бренд Giovanni. Именно вот эти спреи, они идут для максимального увлажнения волос, уход за поврежденными сухими волосами. Спрей наносим после мытья волос. Они хорошо моделируют прическу, укладывают каждую волосинку аккуратненько, как бы укращают непослушные волосы, предотвращают пушение волос. В составе есть оливковое масло. Очень удобно, что в форме спрея. Опа. Видите? С этой же линейки у нас шампунь и кондиционер для сухих и поврежденных волос. Очень хорошо увлажняют волосы, напитывают их, ухаживают. В составе, смотрите, авокадо и оливковое масло. Вот. Не забывайте, что шампунь мы наносим на корни волос и потом немножко распределяем по всей длине, а кондиционер от середины волос, да, чуть выше, и до кончиков. Дальше. Ага, из этой же линии вот еще приехала масочка. Маска для волос укрепляет, питает волосы и максимально увлажняет. Используйте для сухих, поврежденных волос. Хорошо подходит для окрашенных волос, для тех, которые секутся, пушатся, непослушные волосы. То есть эта линия очень хорошо подходит для поврежденных волос и непослушных. Ага, оставляем на 3-10 минут. И затем смываем.